Это для нее тоже невысокий результат. Спрашивается, как он может быть высоким, если были здесь и падения, и неудачные прыжки, и каскады. Мира Льонг, Канада. Мира Льюнг, канадская спортсменка. Всегда приятно эффектно закончить с
произвольную или какую бы то ни было программу вращением Бильман. Публика сразу тебя топит в аплодисментах. Публики, кстати, на стадионе на протяжении всех трех дней навалом. Надеюсь, наш московский турнир тоже будет зрителей вытаскивать из их домов, от телевизоров на стадион. Находится Мира Льюнг постоянно в каком-то поиске. В очередной раз она ушла от своего тренера Джоан Маклеод. Каскад не повторяют в этих повторах. Вообще повторы очень жиденькие, конечно. Можно было обратить внимание на многое и на то, как она прыгает Ринзергер в своем каскаде, и то, как легко и элегантно заходит на сальхов. И то, как старается в поддержке, в дорожке шагов выписывать всякие петли. Но эту программу, кстати, ей еще ставила Джоан Маклеод, потому что буквально месяц назад она от нее ушла к новому тренеру, который сейчас сидит рядом с ней. Чай 90 баллов. Трудно так постоянно находиться в режиме перехода от одного тренера к другому. Но каждый буквально сезон она то уходит, то возвращается.